а не посмотреть ли на всю систему в целом. Что мы хотим получить? Что мы желаем получить в результате? Мы желаем получить объективную картину образования в школе? Мы хотим получить оценку каждого учащегося? И исходить из этого, скорее всего. Получается какая-то безликая система, которая оторвана от, правильно сказал Денис Владимирович, от учащегося. Совершенно непонятно его желание, то, как он держится и говорит, действительно ли он хочет поступить конкретно куда-то. Давайте вспомним, как мы начали строить эту систему. Система начала строиться вокруг Болонской системы, я так понимаю, да? И в результате у нас появились и магистры здесь, и, естественно, сократился срок обучения в университетах и институтах, что я лично не приветствую категорически. Также непонятна мне магистратура. То есть сама система не только оценки, но и сама система, видимо, переживает определенный кризис. Мы отдалились от Болонской системы, и, я так понимаю, к ней уже идти... Возврата не будет. Не будет, да. К ней. Так давайте начинать все с самого начала. И правильно сказал президент, что ну, десятибалльная система. Мне тоже очень трудно понять, какая разница между семеркой и восьмеркой или там шестеркой. И почему не ставят десятки? И почему нельзя ставить десятку? Да. То есть давайте системно подумаем, не стараться залатать эту систему какими-то такими скоропалительными решениями. Чего я опасаюсь на самом деле? Опасаюсь я того, что в результате скороспелых решений и, может быть, таких вот желаний побыстрее решить всю эту проблему, опять будут сделаны ошибки. Надо, наверное, остановиться, посмотреть, решить, куда же мы будем двигаться и с кем мы будем двигаться, в каком направлении, и из этого исходить. И там уже станет логичным и ясным. Может быть, следует вернуться уже опять к пятилетнему образованию. Может быть, нужно устранить магистратуру, потому что я не понимаю ее назначения, честно, откровенно.